Тем временем Госдеп США предупреждает об опасности терактов в Европе в период рождественских и новогодних праздников. Целью боевиков могут стать популярные туристические места. Отмечу, с марта по август в европейских странах было совершено не менее 8 терактов, 5 из них в Великобритании. Особо американские дипломаты отметили атаку в Берлине в декабре 2016-го на рождественской ярмарке и атаку в новогоднюю ночь в Стамбуле, когда от рук террориста погибли почти 40 человек.